Ну а тем временем нефтеперерабатывающий завод в Одессе захватили вооруженные люди. Вот так вот это происходило. Неизвестные в камуфляже и в масках вначале штурмом взяли проходную. Охранников вывели на улицу и положили на асфальт. Потом вошли в здание. Теперь туда не пускают даже директора предприятия. Он сообщил, что такое происходит уже во второй раз и назвал возможного организатора. Взрывал Коломойского, потому что здесь люди Коломойского бегали по площади и командами. По-видимому, происходит попытка контрабандного вывоза большого количества нефтепродуктов, прикрываясь решением суда. Руки! 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 Ру